Ну что, друзья, доброе утро. Будни перекупа, они такие. Всем привет. Со мной этот император. В общем. За нами приехал друг-таксист. И мы едем. Время 5:30. Едем мы в другой город. Но сегодня у нас перекупская тема со спецтехникой. Так, ну что, мы добрались. Восточный вокзал. Такая вот движуха здесь. Продуманный Вальдемар взял места у сортира. На всякий случай. Там кто следит, я и у самолета так люблю летать. Когда сзади за дверкой стукают там. Пописить ходят. Все, Леха со мной. Я спокоен. Мама, привет. Да, мама, привет. В сумке лавеха. Главное, что, потому что когда проходишь интроскоп, да, человек, который просматривает, может куда-то стукануть. Ну, надеемся, что он не видел, что у нас там. Ладно, погнали. Что, друзья, мы добрались в Нижний Новгород. За мной ЦУМ. Это уже хорошо. Сейчас будем ловить такси. Ну и поездочка на поезде. Знаете, когда ты садишься и понимаешь, что это не твои места, или тебе просто не повезло. Такие две женщины, ну, хорошо назвать их не могу. Как только достаешь телефон, включаешь хоть какой-то единый пилик звук, тебе... Может быть, наушнички возьмете? Ладно, что, мы с Лёхой сейчас будем ловить такси. Настроение хорошее. Отлично. Пассажирки рядом будут с кайфом. Как вы уже поняли, мы в Нижнем Новгороде поймали улов. Купили эвакуатор. Только я вам сейчас его покажу. Только прошу, держите себя в руках. Потому что эмоции будут зашкаливать, да. Но помните черную молнию с газелью? Он очень сильно топит, говорит, необижаемую газель. Я решил ему сделать подарок. Встречайте. Валдай жизнь. Смотрим. Хотите знать, что у него сзади? Вот он такой. Звезда, как я люблю. Ух, какое-нибудь имя мы ему, конечно, придумаем. Форт у нас сыроблюдок. Надо им как-нибудь вместе встретиться. Мы находимся в салоне прекрасного автомобиля российского производства. Я сразу же здесь отмечу один плюс. Замок с левой стороны. Вы знаете, на каких машинах с левой стороны? Только у Porsche. Поэтому... Что мы имеем? Пятиступенчатую коробку передач. Я немножко еще разбираюсь ее, там, как она движение свое делает. У машины пробег 11 434 километра. Ну, 34, наверное, я уже проехал. Мы сейчас заправились, здесь воздушный ручник, здесь воздушная тормозная система. Ну и как вы видели, что у нас стоит установка американского производства. Джер, да. Поехали, так сказать. Сейчас мы тут вот, оп, вторую включим. Сейчас все, приборы есть, поехали, все. Можно трогаться прямо со второй. Тачка. Держите себя в руках в эмоциях, пожалуйста. Бомба, 80 километров вот мы сейчас ехали. Очень, ну, достаточно комфортно. Нужно, конечно, нам сюда противовес поставить, чтобы поустойчивый передочек был. А так, что, ехать нам до дома 400 километров.
Ну, будем включаться через часик. Эмоции, радости, печаль. Так, ну что у нас? Первые полтора часа пути пройдены. Полет нормальный, в машине привык. 80-90, Крещенская. Сейчас заехали в придорожный ресторан покушать. Короче, нам такие подают лагманчик, борщик. Едем дальше. До дома нам еще километров 300. Так что посмотрим, в каком состоянии мы доедем. С каким мы стараемся. Так, ну я надеюсь, что с полным желудком на этой пушке-гонке будет поприятнее ехать. А? Ну, чё за лайба? Какова? Какова? Ладно, едем дальше. Итак, друзья, дело было к вечеру. Мы уже почти возле дома. Как раз я на заправке с выезда с Нижнего Новгорода заправлял до краев и доехал. Получилось у меня от заправки до заправки 410 километров, 52 литра. Ну, в общем, расход где-то у меня 12,5 литров получился холостой. Так что я думаю, ну, нормально. В общем, я уже этот, как сказать, привык к нему. Немножко, ну, не рулится, колбасит немного колеса, не сильно, в общем. Поедем до дому, завтра будем тестить. Для вас это пух, перенесетесь, а я еще посплю. Итак, друзья, сегодня второй день. Я сегодня, видите, целый день работал. Сейчас вот решил поехать поднять Ford Transit. Посмотреть, нужен ли противовес, как он себя поведет. Так что сейчас бахнем холодный пуск, наверное, да? Так. Как я и говорил, как у Porsche. Так, ну что, как он себя поведет? Первое утро. Так, что-то хлопнуло уже. Завелся с полтычка. Воздух по 6 в каждом контуре одинаково. Но пока вроде все хорошо. Ладно, поедем сейчас в Ford Transit цепанем, покружимся с ним, посмотрим, как руль себя чувствует, какой противовес надо вычислить нужно. Пока думаю о 500 килограмм, 400-500, должно быть хорошо, чтобы зимой быть уверенным. Ладно, подумаем, едем дальше. Так, смотрим, насколько отжимается. Давай, Павлик, потихонечку вверх. Ну, не сильно. Просто... Нужно подумать очень хорошенечко. Нам, в принципе, только под такую технику он и нужен. Пятитонники, это все у нас сырублюдок может поднимать.
Ну что, у нас очередной день. Мы загнали нашу пушку в сервис. Попросили полную диагностику, слить, залить, все поменять. В итоге из всего, что было из недостатков, редуктор заднего моста, сальник потел. Все поменяли, все сделано. Все, черная молния. Димон уже осваивает. Есть эмоции? Эмоции куча. Куда они зашкаливают? Все, мы поехали к Васе. Тяни, толкай. Отдать ему на противовес. А что за лайба, как смотрится на дороге?